поэтому послала ответ на электронную почту. Так. Одна только ошибка, одна. Идиотская ошибка одна, это не 700 пушек, а 700 канонов. Церковных канонов, вот и все. А на второй-то пункт, на второй пункт он о чем говорит? Погибшие там, какие погибшие? Это пёреж. Погибшие души, которые не исполняют 700 канонов церковных, ветхозаветных. Все. Я сейчас не могу говорить, я убегаю. Он меня, этот Митчелл, мне позвонил утром, тоже проверить перевод. И я вам тут же ответила, но только на электронную почту. Поэтому не обращайте внимания. Главное, растолкуйте ему про 700 канонов, только и всего. А все остальное у него то же самое. Он одно и то же долбит, одни и те же вопросы про земли, про деревни, про своих детей. Он зациклился, и у него мозги как-то заморозились. Он совершенно ничего не понимает. Как я ему объясняла, как вы ему объясняли. Не знаю, что там с ним случилось, он застопорился. Но главное, объяснить ему про каноны, потому что я ему написала, что сегодня в Барнауле ночь. Я Лапкину послала объяснение про эти пушки, но только контакт будет вечером. Поэтому я сейчас убегаю, прощаюсь с вами, извините. Ну а куда вы делись? По пути... Столько времени вас нигде не видно было-то. Я уж думаю, живая, не живая. Я вам послала, между прочим, благодарственное письмо за то, что вы послали прекрасное видео об умершем, парализованном. И я это письмо, видео кто-то у вас сделал, очень хорошее. И я тут же послала всем своим ребятам, трем сыновьям во все точки, чтобы они немножко тоже понимали и российскую действительность, и сегодняшних героев. Да. Поэтому вы почту электронную проверяете. Я проверяю, там ничего не было. Сейчас пойду проверю еще раз. Ну вот. Извините, прощаюсь с вами. Ну, попозже куда? Выйду, хорошо? Ну, почаще заходи, хоть чтобы я знал, что хоть живая скажу. Я живая. Ну, не трудно? Хорошо. Обещаю даже сегодня, вашим вечером, буквально через 5-6 часов я выйду с вами на контакт сегодня. Обещаю. Ну, все, все. С Богом. Спаси, Христос. Вот тебе на...